Всем привет! Вы снова на моем канале. С вами Дмитрий Михайлов, Коменбай. Выехали на очередной объект. Перед вами сейчас находится домик небольшой. Сейчас мы будем монтировать дымоход для камина, который будет проходить через перекрытие деревянное, через потолок, через кровлю и будем выходить наверх через андулин. Ну, конечно, немножко дымохода, который буду монтировать. Здесь будет стоять миллиметровка 430-ка, 200 на 300 сэндвич. 200-ка голая. Миллиметровка. Здесь тоже миллиметровка будет 200 на 300. С пятеркой с армированным рукулом утеплителем будет стоять. Насадка нижняя. Крепление. Дефлектор положил. Дефлектор грибок. Ой, да, грибок это не этот монтаж. Дефлектор, насадка верхняя. И непосредственно будет стоять короб. Ну и кранчики, утеплители. Такой вот утеплитель буду использовать для прохождения противопожарных узлов. И монтажная площадка с опорой. Сейчас вам покажу ее. Вот непосредственно консоль к стене. И опорная площадка, которая будет ставиться на нее. Проваренная 200-го диаметра. Мы ее поставим, разгрузим. И вот такая вот площадка с профиля. Примерно с левой стороны проема будет стоять камин. Где-то вот здесь, в этом месте. И проходить через эти вот палки. И будем выходить непосредственно наверх. Сейчас поставим его, посмотрим, где он там выходит. Крепиться будем площадку к этому поясу монолитному. Все, приступаем к работе. Закончили мы очередной монтаж. Перед вами каминная топка КФД ЭКО-МАКС 14 польского производства. Поставил я на нее дымоход 430 миллиметровый. Смотрим один важный сегмент. Здесь это опорная площадка, которая служит для того, чтобы у вас вот здесь вот со временем не пошла трещина. Потому что когда вы загружаете полностью весь стояк дымохода, утепленный в первую очередь, то есть вероятность того, что дымосборник, вот здесь он просто у вас треснет. Если он у вас трескается, то ни один поставщик, продавец вам эту топку менять не будет, так как скажет, что установлен дымоход неправильно. Поэтому обязательно стоит разгрузочная площадка. И пошел дальше противопожарный узел потолочный. И кровельный проход, соответственно, стоит РС-2Б. Заизолированный кровельный проход. Такая красота. 200 на 300 миллиметр внутри, 430 снаружи с армированным утеплителем рукуловским. 6,5 метров стояка плюс 1,7 метра голой трубы. Все, заказывайте у нас монтаж дымохода. Все будет окей. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Коменбай. Пока.